У ефірі програма «Навін регіону» у студії Аліна Мільшанко. Вітаю вас сьогодні у випуску. Оповіщальники, ремонт печі і нова проводка. Як рятують життя під час отепляльного сезону. Сума більш за 400 базових величинь. Таку шкоду природі Могильошину усього за сутки нанесли браконьєри. Здоровий лад життя – гэта модно. У одним з ліцеїв Могильова зладили фітнес-марафон. Чверць усіх пожару здараецца ад несправнага пячнога ацяплення, гаворыць у абласным управленні па надзвычайных сітуацыях. І з надыходам халадоў колькасць падобных узгаранняў павялічваецца прапарцыянальна паніжэнню тэмпературы. Каб прадухіліць трагедыі, спецыяльныя камісіі пастаянна абыходзяць прыватныя дамы. У пачатку вясны, каб выявіць парушэнні, а напярэдадні ацяпляльнага сезона, каб праверыць, як іх выправілі. Адны з самых адказных адрасоў, дзе пражываюць адзінокія старыя і інваліды. Добрый день. Плиту новую поменяли, лист притопочный. К зиме готовы, значит, правильно? Яўген Анатольевич показывает свою практически новую белую печку. Такой она стала после капитального ремонта. Весной пожарные дали предписание печцы больше за полвека. Да помогли справой у Центра социального обслуговывания насельництва. Сейчас она даже немножко там модернизирована. Стала лучше работать печь, лучше тяга стала. Она быстрее нагревается, меньше расход топлива. Яўген Анатольевич з'яўляецца афіцыйным апекуном сваёй маці. Ёй у лістападзе спаўняецца 90 гадоў. Яна інвалід, сын на пенсіі, таму сацыяльныя работнікі і ўключылі гэты адрас у спецыяльную праграму і правялі рамонт за дзяржаўныя сродкі. У данную праграму в 2017 году включено 121 гражданин. Предварительно мы выезжаем, осматриваем, действительно требует ремонта. Совместно с подрядчиками также составляется смета, на которую сумму необходимо провести работы. Такая супрацьпажарная профилактичная работа во всех накірунках дает свой плен. Колькость пожаров у вогуле на Могилевшине снижается. Да помогают и сучасные меры перестяроги. Однако, как показывает практика, без уваги самих жильцов безпеки добиться складана. Необходимо печь постоянно наблюдать. Также не нужно забывать, что ее необходимо перед началом отопительного сезона почистить дымоход и потом производить очистку 2-3 раза в период топки. Катерина Городницкая, Александр Тарасов, «Новини региона». Чацвер – адзіны санітарны дзень. Калектывы, прадпрыемства і арганізацыі камунальнай службы займаюцца навядзеннем парадку. Уборка восеньскай лістоты і смецця па сілах і мясовым жыхарам. А вось рэкультывацыі міні-палігона, установку і кантэйнерных пляцовак, барацьбой з баршчэўнікам займаюцца спецыялізаваныя службы. Да прикладу, у Могильове комунальные службы каля шмат поверховых домов все лето створили у агульной колькости 5 гектаров газонов. Одна из цікавых зеленых зон отпочинку з'явилась по улице Сурганова. На просьбу коммунальников, допомагши убрать территорию, отгукнулись и активные жихары. ЖУ-6 развесил объявление, что проводится чистый четверг, и мы решили выйти помочь. За предприемствами замацавана не только ближайшая территория. Да прикладу, работники завода «Зенит» зараз убирают смеси и листоту для приватного сектора. Те, которые цеха задействованы в прямом производстве, они работают. Мы, скажем, вспомогательное производство. Потому на какое-то время производство может обойтись без нас. Мы каждый четверг своим предприятием выходим на уборку прижащих территорий. Значная частка работы у наведения парадку – это и борьба с баршевником. У Могилевской области им забруджено 136 гектаров. Все лето его активно выкошивали, не дозволили зацвести, чем и скоротили дальнейшее распаусюдживание. Еще один актуальный напрямок деятельности – рекультивация. Мини-полигонов. На сегодняшний день 9 мини-полигонов рекультивировано, осталось 2 для выполнения задания. Ну, они все в работе. То же самое 16 карьеров планировалось внутрихозяйственных рекультивировать, все они рекультивированы. И проводится дальнейшая работа. До речи, 28 кастрычника у Могилеве пройдет городский субботник по наведению парадку на земле. Идею областного центра подтримали все районы. Татьяна Сергійчик, Віталій Вобсів, «Новини регіону». Два факты браконьерства выявили за сутки у Могилевской области. У приватности у Осиповском районе паляўнічыя здобыли дика без документов. Причем кировал паляванням человек, який повинен его контролировать – мясовый егер.
У Осіповіцькім районі супрацовники інспекції охови живельного і рослинного світу спинили для проверки два автомобіля. У них знаходилося шестеро чоловік і дві туші здобитих дзиков. На місці остановки автомобіля знаходився непосередственно руководитель охоти, це єгерь Осіповіцької Росрггобор. При проверці документів було встановлено, що охотничі документи, дозволяючи добувати даних охотничих животних, маються тільки на одне добуте дике животне. Паляўнічых разом з єгерем затримали. Шкоду, яку вони нанесли природі, оцінили у 120 базових величинь. Тепер у відносинах до затриманих проводять слідчі дії. Їм погрожає кримінальна відповідальність. А у Гліжовському районі шукають браконьєрів, які забили ласіху. Шкоду природі від незаконного полювання тут оцінили у 300 базових величинь. Без газу, гарячей воды и отопления живут жихары дома номер 1 по улице Телецентр, что у Палыковицких хуторах под Могилевым. Коммунальные службы вырашили перевести дом на природный газ и обсталевать кватеры индивидуальными отопляльными котлами. Мовляв, утрымливать целую котельню для отопления и подогрева воды одиного на улице дома не мэтазгодно. Вось только работы затягнулись. Наши корреспонденты выехали на место разом с представниками райвыконкама и попробовали разобраться у ситуации. Вот плитка, ага. Вот чайник. На газовой плите Лариса Викторовна давно не готовит, у доме 3 месяца нема газу. Как приготовить ежу, пенсионерка включает электроплитку и электрочайник, а как согреться – обгорвальник. Электроэнергия уже зашкаливает. Понимаете, вот я, мне положено 150 киловатт, но меня там уже столько накрутило, что плитка работает целый день, чтобы приготовить обед. Если включаешь микроволновку, то все, у меня плитка и микроволновка вместе работать не могут, выключается свет. У середине липня у доме отключили газ, пошли работы по реконструкции усей отопляльной системы. Скончить их плановали у жнивни, але подрядчик затягнул с терминами. Жихары дома стали скардиться у райвыконкам. Им пообещали, что до газу подключат 10 вересня. Але на календаре уже середина кастрышника, а у кватерах покуль ни газу, ни отопления. Были договорные отношения, обязательства, какие-то были изменения в проектно-сметной документации, значит, были какие-то недоработки проектантов с подрядчиками, ну и в том числе заказчик, скажем так, трехсторонние отношения и работа, где-то были упущения. Владимир Яскевич взял проблемы под особистый контроль, пообещал, что дня приезжать на объект и информовать жихаров про ход работ. Есть договоренности, что буквально день-два, значит, материал сюда прибудет. Корректировка вся проектно-сметной документации произошла. То есть в райисполкоме сегодня тоже на более жесткий контроль все взято. Значит, я думаю, что 2-3 дня и в субботу состоится пуск газа. Жихары дома номер 1 по улице Телецентр стверджают, что за отсутности газу и отопления у их каждый месяц перерасход по электричности. Люди оплачивают его по повышенным тарифам. Жихары дома мают намер спогнать свои гроши с недобросумленных подрядчиков. И представники улады пообещали им у этом допомогчи. Наталья Ильинич, Александр Тарасов, новини региона. Замест уроков – активная тренировка, а замест строгой формы – спортивная. Один учебный день у Могилевском профессийном лицее номер 9 переутворили у фитнес-марафон. Таким спортивным святом профсоюз будовников вырашил показать молоде, что здоровый лад життя – это модно. Усе занятки и конкурсную программу молодежного фитнес-марафона тренеры распрацовывали специально для каждой группы удельников. Активисты профсоюза имкнутся клопотиться не только про теперешних своих работников, але и про будущих специалистов. Стройка – это один из направлений, которое работает в любую погоду. Здоровая нация, здоровые люди, здоровые строители, они задают меньше вопросов. Они выполняют свои показатели гораздо выше. После тренировки конкурсы на тривалость и узнагородження переможцев. Организаторы кажут, фитнес-марафон у лицея – только первая ластовка этой масштабной акции. Надеемся, что таким образом мы вовлечем всю нашу рабочую профсоюзную молодежь, учащуюся в данное мероприятие. У перспективе до фитнес-марафона долучится Бобруйский будовничий колледж, а после его и будовничие предприемство усёй в области. Дарья Семенько, Александр Тарасов, новини региона. Самые актуальные новины нашей области вы можете увидеть и на нашем сайте tvrmogilev.by. А я на этом с вами развитываюсь, ожидаю вам доброго настроя. До встречи.
Продолжение следует...